что-то мощное назревает в этом небе. То ли дождь будет, то ли молния сейчас была. Посмотрим. На той стороне что-то происходит. Друзья, находимся в нашей деревушке, в итальянской. Вот, в принципе, уже домой иду. У нас тут очень красивые места. Я уже рассказывал, но вот еще раз хочу показать вот эти интересные деревья. Видите, как они по стволу. Просто удивительно, как будто бы их сверху взяли вот отдельно. Как бывает виноградники, когда на дома насаживают, чтобы красиво так дома выглядели. Ну и чтобы виноград, естественно, тоже рос. Вот как будто бы типа такого и взяли и обвили. Но я не думаю, что это так специально сделали, потому что здесь много таких деревьев интересных.